Здравствуйте! Здоровье – самое ценное в жизни каждого человека и его семьи. Многие из нас понимают это достаточно поздно. Чтобы сохранить здоровье нации, необходимо объединить усилия медиков и жителей Чувашии, помочь им услышать друг друга, показать, что внимательное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких, своевременная профилактика и диспансеризация позволят надолго сохранить качество жизни. В эфире второй выпуск телепроекта «Здоровая Чувашия», и сегодня мы поговорим о болезнях органов пищеварения. Вирусный гепатит – распространенное инфекционное заболевание, занимающее одно из первых мест среди вирусных заболеваний человека. Число инфицированных вирусами гепатитов Б и С только в России насчитывает около 4 миллионов человек. В мире – 500 000 таких больных. Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Основная цель – чтобы больше человек на свете знали, как уберечь себя от развития этого грозного заболевания. В 2017 году этот день проходил под девизом «Элиминировать или ликвидировать гепатит». Знает ли наше население, как же можно заразиться вирусом гепатита? Передача вирусов гепатита Б и С осуществляется через кровь. При инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильных инструментов при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических процедур с повреждением целостности кожи при незащищенном половом контакте. В группу риска попадают медработники, доноры, клиенты маникюрных салонов, в которых не соблюдаются правила обработки инструментов, наркоманы, люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Сегодня эксперты нам расскажут о современных методах диагностики и лечения вирусных гепатитов. Мы в одной из самых крупных медицинских организаций нашей республики. Гастроэнтерологи этого учреждения специализируются на ведении пациентов с вирусным поражением печени. И сегодня нашим экспертом будет заведующий гастроэнтерологическим отделением Владимир Илларионович Варламов. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Илларионович, легко ли попасть на прием к специалисту-гастроэнтерологу, инфекционисту вашей больницы? Я думаю, это несложно. Попробуем вот сейчас продемонстрировать. Пациент сегодня необычный. Пациент с вирусным поражением печени смог не просто пройти противовирусную терапию и излечить свою печень от вируса гепатита С, но и дожить до пересадки печени и успешно пройти эту процедуру в 2017 году. Владимир Ильич, расскажите, пожалуйста, о своем пациенте. Как он себя чувствует, какие у него перспективы на дальнейшую жизнь? Конечно, история нашего пациента, она очень сложная. Исходом хронического гепатита С, в принципе, очень часто является цирроз печени. Вот он оказался одним из тех пациентов, у которого развился цирроз печени. Но, что хорошо, третий курс вот этой противовирусной терапии у него закончился тем, что он у нас сумел уйти от вируса. К тому времени он стоял на листе ожидания на пересадку печени в Москве, и практически он пошел на пересадку печени без вирусов. Он успешно перенес эту пересадку, сделали ему сегодня фиброскан, проверили, есть ли у него фиброз или нет, а результат у нас F0, то есть фиброза нет. То есть практически получается чистейшая печень. Владимир Ильич, много ли больных с хроническими вирусными гепатитами B и C в нашей республике? Сумма хронического вирусного гепатита B и C – это 7226 человек. Это те, которые стоят на диспансерном учете. Насколько легко диагностировать вирусное поражение печени? Скажем так, мне достаточно много лет, и я как бы помню те времена, когда мы только определяли HBS-антиген, делали биохимические анализы. Конечно, с тех пор наука шагнула так далеко, что мы теперь можем практически весь алфавит вирусных гепатитов диагностировать. А если говорить об условиях нашей республики, об условиях диагностики, я считаю, что они замечательные. То есть у нас все, что вот в этом случае положено, мы делаем. Это и клинические анализы, это биохимические анализы, это ИФА на диагностику антител,
Это и ПЦР-диагностика, когда мы определяемся, есть ли сам вирус или нет, то есть РНК-вирус или ДНК-вируса, генотип. И есть методы, которые нам позволяют говорить, это гепатит или заболевание, к сожалению, дальше пошло, то есть имеются признаки портальной гипертензии, это, в частности, вот фиброгастроскопия, это и вот эластометрия печени, это и пункционная биопсия печени, то есть все, в принципе, мы используем в полной мере по необходимости в отношении каждого конкретного пациента. Как можно уберечься от заражения вирусными гепатитами? Была создана вакцина против гепатита Б, и которая замечательно работает. И более того, я всех граждан нашей республики призываю привиться, особенно тех, кто не привился. Да? Почему? Потому что помню разные ситуации в своей жизни. Я помню, как умирала молодая учительница, которая только что закончила институт. Болел ее молодой человек, к сожалению, сумел заразить ее тоже. Он выздоровел, а у нее развилась фульминантная форма гепатита Б, и мы ничего не смогли сделать, и при этом при такой форме 80-90% это действительно погибает. Как бы, понятно, что если бы она была бы вакцинирована, она бы, конечно, до сих пор жила бы и расцветала. Каждый житель нашей республики может привиться в кабинетах инфекционных заболеваний по месту жительства. А теперь, Владимир Леонидович, давайте зададим вопросы нашим пациентам. Валера, ты можешь ты сравнить вот свои ощущения, свое качество жизни с тем, что вот у тебя было, ну, скажем так, полгода тому назад, да? Качество моей жизни гораздо улучшилось. У меня прибавилось настроение, аппетит и вообще стремление к жизни. У меня еще есть двое детей, мне их нужно очень растить, у меня очень хорошее, благоприятное настроение и самочувствие. Валерий, спасибо огромное, что вы согласились дать это интервью, что вы пустили нас в свою жизнь. Я очень рада, что в вашей жизни попались замечательные профессионалы, которые помогли вам справиться с этой болезнью. Как часто врачу-терапевту, гастроэнтерологу приходится слышать подобную жалобу от своих пациентов? Практически каждый человек в своей жизни хотя бы раз испытывал чувство жжения на корне языка по ходу пищевода за грудиной через 30-40 минут после еды. Но у кого-то это кратковременный и редкий симптом, а кто-то испытывает изжогу ежедневно и по много раз в день. Чтобы зрителям телепроекта «Здоровый Чувашия» стало понятно, откуда берется эта пресловутая изжога, я расскажу о причинах ее формирования. Итак, пищевод – это мышечная трубка, которая напрямую сообщается с желудком. На пересечении этих двух органов есть мышечный жом – нижний пищеводный сфинктер. Его адекватная работа, правильное смыкание позволяет не возвращаться пище и содержимому желудка в нижнюю треть пищевода. Основным повреждающим фактором является большое количество соляной кислоты, которая производит химический ожог слизистой оболочки пищевода, и у пациента появляется неприятное мучительное жжение за грудиной или изжога. Очень часто пациенты с изжогой спрашивают, можно ли использовать соду для устранения симптомов изжоги. Отвечаю. Сода или гидрокарбонат натрия – одно из самых любимых народных средств для лечения не только изжоги, но и боли в желудке. Она действительно очень быстро нейтрализует избыток кислоты в желудке и пищеводе. Но, во-первых, эффект – это очень кратковременный, длящийся 10-20 минут, а потом вновь возникает рикошетное увеличение кислотности желудка. А во-вторых, частое защелачивание внутренней среды человека приводит к появлению тошноты, боли в животе, нарушению работы сердца и нервной системы. Поэтому самолечением заниматься ой как нежелательно. Кроме того, сидя дома и гася свою изжогу содой, вы рискуете пропустить начало таких заболеваний, как рак пищевода, рефлюксная болезнь и формирование грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Вопрос номер два. Какие продукты исключить из рациона, чтобы забыть про изжогу? Рекомендуется исключить из рациона цитрусовые, чеснок, лук, шоколад, крепкий чай, жирную и жареную пищу, томаты. Но, к сожалению, не всегда подобранное гастроэнтерологом или терапевтом лечение приводит к устранению изжоги. И в данной ситуации врач направляет пациента к хирургу. Почему?
и могут ли хирурги Чуваши помочь больному с изжогой. С этим и другими вопросами мы в рамках рубрики «Актуальное интервью» обратимся к главному хирургу Минздрава Чуваши. Ильдар Нурахметович, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что операция на нижнем пищеводном сфинктере относится к высокотехнологичным видам оперативного вмешательства. Вот расскажите, пожалуйста, насколько пациенты хорошо переносят эти оперативные вмешательства и как быстро улучшается качество их жизни? Поскольку данные оперативные вмешательства высокотехнологичные, они выполняются в хорошем смысле этого слова рутинно в Республиканской клинической больнице, на базе хирургического торакального отделения под руководством заведующего этим отделением Доброва Алексея Владимировича. Операции малоинвазивные, я хотел бы сделать на этом акцент. То есть благодаря этому происходит достаточно быстрая реабилитация пациентов. Они встают на ноги практически на следующий день, буквально через неделю возвращаются в строй и лишены возможности усложнений и лишены изжоги. Ильдар Нурахметович, одной из причин смертности населения Российской Федерации является алкогольное поражение поджелудочной железы или алкогольный панкреатит. Расскажите, пожалуйста, как ситуация обстоит с этим заболеванием у нас в республике? Как часто нашим хирургам приходится оперировать подобных пациентов? И знает ли наше население, как правильно себя вести, если у них или у их родственника развился острый панкреатит? Очень злободневную тему вы затронули, Лариса Владимировна, поскольку говоря о вообще алкоголе, конечно же, нельзя не сказать, что это проблема как социальная, так и проблема нашей медицины. Поскольку алкоголь – это и случайные травмы, это и ДТП, это и пожары, это неправильно леченная, так сказать, язвенная болезнь с осложнениями. Но в данном случае мы заостримся на поджелудочной железе, поскольку нельзя не отметить, что одним из основных органов мишеней для алкоголя в организме является поджелудочная железа. То есть у всех на слуху, что алкоголь повреждает печень. И к этому как-то все привыкли. Но надо понимать, что печень изначально создана для борьбы с ядами. Совершенно верно вы задали вопрос по острому панкреатиту. Это первый путь повреждения поджелудочной железы. То есть острое самопереваривание, острый панкреатит. Чрезвычайно тяжелая ситуация. Деструктивные формы острого панкреатита приводят к высокой летальности и погибает практически каждый третий, четвертый, даже находясь в хорошо оснащенном специализированном стационаре. Здесь основное значение имеет быстрое обращение за медицинской помощью. То есть практически золотые часы, как сейчас это принято говорить. Если у пациента или у родственника возникла боль, неукротимая рвота, то есть надо, конечно же, максимально быстро вызвать скорую и оказаться в приемном покое хирургического стационара, чтобы посмотрел хирург, и вовремя было начато правильное лечение. Если говорить о втором пути повреждения поджелудочной железы, это хронический панкреатит. Поджелудочная железа не вырабатывает ферменты, она перестает вырабатывать гормоны, зачастую у пациентов развивается вторичный сахарный диабет и возникают различные осложнения. Желтуха, различные свищи и кисты. Кстати говоря, вы можете обратить внимание, в настоящий момент в операционной идет вмешательство по поводу хронического панкреатита, осложненного кистой поджелудочной железы. В вопросе хронического панкреатита тоже важно вовремя это лечение начать. Естественно, сначала консервативно, но при осложненных формах без операции не обойтись. Эти операции достаточно успешно, в большом количестве, я бы сказал, и квалифицированно выполняются в Республиканской клинической больнице на базе хирургического отделения, теперь которым руководит заведующий отделением Ворончихин Валентин Владимирович. Эти операции, как правило, не органоносящие, как сейчас принято это говорить, а органосохраняющие. И самое главное, пациентов с хроническим панкреатитом беспокоит чрезвычайный болевой синдром, который не снимается любыми анальгетиками. Но выполненная правильная операция ведет к тому, и я сам это наблюдал, как пациенты буквально на следующий день после операции говорят, да, операционная рана болит, а той боли, что была, что их мучило месяцами, не давало им спать, она пропала, ее нет.
Еще одной причиной смертности населения как в Российской Федерации, так и в Чувашской Республике являются воспалительные заболевания печени, гепатиты и циррозы. И, к сожалению, бывают моменты, когда только пересадка печени реально может спасти жизнь пациенту. Ильдар Нухметович, я знаю, что вы сейчас активно сотрудничаете со специалистами Приволжского федерального округа Москвы в планах развития трансплантации органов у нас в Чувашской Республике. Расскажите, пожалуйста, вот об этой составляющей вашей работы. Очень интересную, но самое главное, сложную тему мы затронули. Да, безусловно, ряд хронических заболеваний печени, почек, сердца возможно вылечить лишь трансплантацией, то есть заменой органа. Развитие службы донорства – это первозадача в развитии трансплантации на любой территории. И сейчас мы эту работу активно проводим. Проведено несколько мультиорганных заборов в Чувашии на базе республиканской больницы, что привело к тому, что нескольким жителям нашей Чувашии, пациентам с хроническими неизлечимыми заболеваниями почек и печени, трансплантация необходимых органов проведена. Ильдар Нухметович, спасибо огромное за интервью. Было очень приятно с вами пообщаться. Мы не будем вас задерживать, потому что я знаю, что у вас сейчас серьезная операция. Удачи вам. Спасибо. Наиболее частыми причинами поражения печени являются алкоголь, бесконтрольный прием лекарственных препаратов и чрезмерное употребление в пищу углеводов и жиров. Но бывают и такие ситуации, когда пациент, ведущий здоровый образ жизни, оказывается пациентом врача-гепатолога. Вот такое происходит при наследственных заболеваниях печени. 12 лет назад семью Васильевых постигло несчастье. У сына, которому на тот момент исполнилось 18 лет, появились необычные жалобы – пожелтение кожных покровов, выраженная слабость и кожный зуд. При обследовании было диагностировано редкое генетическое заболевание печени – первичный склерозирующий холангит. Мы находимся в гастроэнтерологическом центре Республиканской клинической больницы, где и встретимся с семьей Васильевых. Именно в стенах этого учреждения был и поставлен диагноз грозного заболевания. И отсюда Валеру Васильева забрали в научно-исследовательский институт трансплантологии, где и пересадили печень. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая Галина Ивановна, телепроект «Здоровая Чувашия» благодарит вас за возможность записать с вами интервью и услышать историю вашей семьи. Примите, пожалуйста, от нас в знак благодарности. Спасибо. Я ведь помню, что первым донором были вы. Да. Вы сразу откликнулись на эту проблему Валеры и, нисколько не думая, сказали докторам, что я готова. Вот эту ситуацию я очень хорошо помню. Но, к сожалению, ваша печень не подошла под определенным медицинским показанием. И вот тогда донором стал брат Валеры. Расскажите, пожалуйста, как чувствует сейчас себя донор? Когда услышали только, что у нас действительно настолько серьезно болен Валера, то испугались мы все. В семейном совете мы, конечно, все вместе собирались, кто может быть идти донором. Тогда согласился двоюродный брат Коля. Он сейчас уже женатый, работает в Москве. В самом начале мне казалось, даже они вдвоем очень похожи стали друг на друга. Сейчас, конечно, вроде бы есть разница. Донор у нас намного здоровее, чем Валера. Крупнее стал. Ну, а так, в общей сложности все хорошо. Я хочу огромное большое спасибо сказать его родителям. И Коле за все, что они нам сделали, подарили жизнь. Мы продолжаем жить, радоваться. У нас есть уже и у Валеры. Девочка, Валер, дочка. А теперь вопрос к тебе. Твой образ жизни, качество жизни, вот те симптомы, которые были 12 лет назад, они полностью исчезли? Сам факт трансплантации печени как бы дал совершенно другой толчок уже в дальнейшей жизни, соответственно. Точно так же я женился, у меня растет дочка. Я очень рад, что у нас в республике есть такие врачи, которые помогли мне вовремя обнаружить мое заболевание, направить в Москву для решения моих проблем.
А также большое спасибо вам, Лариса Владимировна, за то, что вы всегда были рядом. Уважаемая Галина Ивановна, Валера, я хочу пожелать вашей семье крепкого здоровья. Хочу пожелать здоровья донору. Вы большие молодцы. Вы не испугались этих жизненных сложностей, не испугались того грозного диагноза. И сейчас мы видим замечательную семью, мы видим замечательную Маргариту. Поэтому удачи вам. Действующих в Российской Федерации санаторно-курортных комплексов особой привлекательностью пользуются те, у которых есть собственные скважины с минеральной водой. Таким оазисом здоровья в нашей республике является санаторий «Надежда». Природная минеральная вода обладает многочисленными целебными свойствами за счет содержания 6 основных компонентов – калия, кальция, магния, хлора, сульфата и бикарбоната. Кроме того, в составе многих минеральных вод имеется включение железа, йода, марганца, фтора, так важный для здоровья современного человека. По степени концентрации минеральных солей вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную. Содержание солей в столовой минералке не превышает 1 грамма на литр воды. Она приятна на вкус и не имеет запаха. Удобное расположение, доступные цены позволяют ему быть всегда востребованным у населения нашей республики и окружающих областей и республик. Сегодня мы здесь. Давайте знакомиться. И в этом нам поможет исполняющая обязанности заведующая лечебного отделения Сидорова Марина. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте. В аптеках и магазинах Чувашской республики очень много и местной, и завозной минеральной воды. Вот расскажите, пожалуйста, в чем преимущество минеральной воды из скважин санатории «Надежда»? С глубины 240 метров мы добываем воду, которая называется «Сывлах здоровья». Это природная, лечебная, минерально-столовая вода средней минерализации от 4 до 7 грамм на дециметр кубический. По минеральному составу хлоридно-сульфатно-натриевая вода, pH от 6,5 до 8. С глубины 900 метров мы добываем крепкие рассолы хлоридно-натриевого состава, которые успешно используются для общих и местных ванн, душей и минеральных бассейнов, конечно же, с предварительным разбавлением. И по минеральному составу эта вода, этот рассол не уступает воде Мертвого моря и успешно может использоваться не только в лечебных целях, но и в косметологии. Вот эти ванны, которые мы наливаем и используем, ну, почти при всех заболеваниях и кардиологических, и неврологии, и костно-мышечной системы, и пищеварительного тракта, вот они все используются здесь. Насколько она конкурентоспособная? Как она отличается по минеральному составу и что общего у нее с такими известными минеральными водами, как Ессентуки, Боржоми, ну и, например, вода Доната? Она очень мало отличается от такой известной минеральной воды, как Ессентуки-4. Она обладает противовоспалительным действием на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Она влияет на обмен веществ, на метаболические процессы. Она влияет на секрецию пищеварительных желез и гормонов пищеварительной системы. Марина Владимировна, все больше и больше людей предпочитает использовать минеральную воду в повседневной практике не только для утоления жажды, но и для приготовления пищи. Для этого в магазинах представлена столовая минеральная вода в больших емкостях. Что в этом плане жителям Чувашии могут предложить в вашем санатории? Вот еще у нас есть одна скважина, 115 метров глубина. Мы добываем артезианскую воду, которая называется «Родник Надежды». Эта вода используется просто с целью утоления жажды и для приготовления пищи. Очень хорошего качества, вкуса. Марина Владимировна, я знаю, что вы гастроэнтеролог и специализируетесь на лечении минеральной водой пациентов желудочно-кишечного профиля. Вот расскажите, пожалуйста, есть ли противопоказания к приему минеральной воды и как правильно принимать минеральную воду? Ну, если говорить о лечебной воде, о нашей, конечно же, есть противопоказания. Это все острые заболевания желудочно-кишечного тракта. Это хронические заболевания в период обострения, которые сопровождаются резкими болями, кровотечением, рвотой. Очень осторожно нашу воду нужно применять при диарее, это поносы. И еще очень осторожно при щелочной реакции мочи. Наша минеральная вода Сывлах используется почти при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Это рефлюксоэзофагиты, это гастриты с пониженной, повышенной и нормальной секреторной функцией желудка. Это заболевание кишечника, синдром раздраженного кишечника как с запорами, так и поносами. Это заболевания печени, вирусные гепатиты, невирусные, медикаментозные, токсические, заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей и заболевания поджелудочной железы. Также наша минеральная вода с успехом используется при сахарном диабете, при нарушении обмена веществ, при ожирении и даже при заболеваниях мочевыводящих путей. Она тоже используется. Есть своя схема ее применения. Марина Владимировна, у санатория «Надежда» богатая лечебная и диагностическая база. И помимо пациентов с заболеваниями органов пищеварения, воспользоваться ей могут и пациенты с болезнями сердца, суставов, позвоночника, нервной системы. Подскажите, пожалуйста, что интересного ваш санаторий предлагает для этой когорты пациентов? Но все лечение в нашем санатории, как и во всех других лечебных учреждениях, начинается с диетического питания. Вот я врач-диетолог, гастроэнтеролог. При необходимости мы расписываем необходимые диеты. Питание у нас пятиразовое. Конечно же, все наши больные пьют нашу прекрасную минеральную воду по схеме, которую при первичном приеме назначает врач. Они пьют фиточаи, пьют кислородные коктейли, пьют озонированную воду, озонированное масло, которое способствует рубцеванию, например, язв и эрозий. Они получают массажи ручные, подводные, значит, механические массажи. Лечение у нас есть грязями лечебными, озокеритом, парафином, много видов электролечения, психотерапия, герудотерапия, мануальная терапия, лечебная физкультура и дыхательная у нас есть, и суставная, и при заболевании органов пищеварения. Марина Владимировна, спасибо огромное за интереснейшую экскурсию по санаторию «Надежда». Спасибо вам. Говоря о болезнях органов пищеварения, нельзя не упомянуть про профилактику. И вот здесь вот сама природа дарит нам такую замечательную возможность в виде природной минеральной воды. Еще в народных эпосах упоминание о живой воде, выпив стакан которой, не только сохраняешь жизнь, но и красоту, и молодость приобретаешь. Эпоха развития бальнеологических курортов в России совпала с эпохой Петра I, который побывал в Чехии в Карловых Варах, понял, насколько минеральная вода быстро способствует улучшению процессов пищеварения. Пейте минеральную воду нашего региона. С вами был телепроект «Здоровая Чувашия» и главный терапевт Минздрава Лариса Владимировна Тарасова. Мы встретимся с вами через месяц и поговорим о профилактике онкологических заболеваний. Будьте здоровы!